Всем привет, с вами Олег Ратов. Сегодня мы поговорим по покраске пластиковых изделий. Такого вот куска пластика для защиты ног на мопеде. Значит, я расскажу в краткости, какую работу мы должны проделать с данной деталью. Значит, деталь прежде не было покрашено, значит, для нее требуется специальная грунтовка. Грунтовка праймер по пластику. Такая вот, они бывают разные. Я приобрел такой вот праймер. Значит, вот что она позволяет сделать, вот эта вот грунтовка. Так как я понял, как другие рассказывают, она как-то взаимодействует с пластиком, немножко разъедает пластик, чтобы потом в нее впитался уже краска. Значит, принцип покраски. Для этого деталь мы не будем зашкуривать, хотя надо посмотреть, чтобы не было острых углов, если у вас деталь новенькая, чтобы она не было таких вот кусков пластмассы. Если есть немножко, можно очень мельненькая наждачная бумага ее зачистить. Здесь вот я сделал небольшую лажу, я взял, начал ее чухать, затирать даже самой мелкой наждачной бумаги, и она у меня сильно сделала большие риски. Вот, но я думаю, это все у меня зальется краской. Итак, значит, деталь обезжириваем, протираем хорошенько, наносим праймер. Я буду наносить в два слоя промежутком 15 минут. После этого обратно ждем минут 20 и буду наносить два слоя краски, может быть и три, и один заключительный слой лака. Краска у меня будет обычная, не автомобильная, краска по железу, по металлу, значит, твердая. Будем разводить ее как положено для пистолета, будем красить это пистолетом. Разводится только разбавителем, растворителем. Вот. Краска быстро сохнущаяся, быстро высыхает, немножко язык заплетается, ничего, извините меня. Тоже так же самое будем наносить ее в промежутках 15 минут. Краска приличная, хорошая, мне нравится ее качество. Масляная краска. Вот. И будем смотреть, что будет у нас из этого получаться. Буду по мере возможности во время работы снимать еще другие ролики, как оно у меня получается или какие-то возникают проблемы. Ждем продолжения. Вот мы покрасили в три слоя данный наш пластик. Таким вот образом он у нас получился. Лаком я не стал давать. Красочка хорошая. Вот, оставим так, как есть. Не белый, он такой нежно-серый цвет. С этой стороны вам ничего не будет видно, конечно. Вот. Покрашу. Все замечательно. Надеюсь, будет держаться краска на пластике. Не знаю, первый раз я крашу пластиковые такие изделия. Посмотрим, насколько это все правда. Все. Теперь данные два объекта будут уже сняты, когда они будут уже в сборе на стоять на мотоцикле. Вот этот вот и вот этот вот объект будем снимать уже потом подробней. Все, спасибо всем за просмотр. Кому интересно, ставим лайки, кому нет, нет. Не ставим желательно ничего. Все, всем пока.